Бейсмент с нами, пацаны дебютируют, в принципе, вообще в медиафутболе, насколько я понимаю. Вообще в футболе. Вообще в футболе, да, узнали, как мяч выглядели. А какая реакция на то, что попали на Наспорте, или Наспорте попал на вас? Наспорте попали на нас, мы Наспорте уважаем, любим, и поэтому будем выигрывать их с любовью. Поэтому будем уничтожать их, да? С любовью. Да. Это жесткий будет секс, или так, подращить? Вообще грязно. Это будет незабываемо. С фонтанчиком. А давай, слушай, поиграем. На самом деле, не знаю, почему я так не делал с другими ребятами. Поиграем в условные такие предварительные прогнозы. На какой счет ставить в этом матче? Может, будет, кто знает. 3-1. Слушай, все просто... Я смотрел, слушал все это. Mm-hmm. Как все говорили про свои какие-то суперсилы, там, какие все крутые. Mm-hmm. Мне кажется, если это все так, там какие-то очень большие, там, типа... 5-6 такие большие разрывы, да? Да, разрывы будут. Я не знаю, если будет открытый футбол, то возможно типа 4-3, может быть, вообще все. Ну, блин, по-разному. У нас очень хороший вратарь, что очень важно. Это правда, я знаю, да, вашего вратаря, да. Поэтому я думаю, сложно им будет забить хоть в такие большие. Я думаю, это претендент, кстати, на звание лучшего голкипера на турнире. Посмотрим еще на него в деле, но реально круто. Давайте так, по одной фамилии. Одна фамилия чувака, который вот вы очень хотели, но он не заявил, не заявился или там не договорились. Да. И одна фамилия человека, которого хотите сейчас в команду зовете. Хотели Бензиму, но он не смог прилететь из-за санкций. А так в составе есть все, кто нам нужен. Да. И мы как бы не раскрываем секреты. Мы широко известны. Ну, какой-нибудь один, давай, намекни. Какой-нибудь, ну, реально футбольный челик классный есть наверняка, который сейчас вот к вам присоединится. Не обязательно хотя бы что-нибудь о нем, чтобы намек. Я даже не знаю. Не, вряд ли скажу. Потому что нет такого, да? Да, такого просто нету, да. Это что нет такого. Мы все футболисты. Слушай, посмотрим. Как Риш сказал, мы широко известны в узких кругах. И про нашу тусовку 90% ребят, которые здесь сидели, они ходят на наши тусовки. Знаешь, и у нас очень большое такое комьюнити. И медийка, которая, наша медийка, она, я даже не знаю, все блогеры ходят на наши тусовки, соответственно, наша медийка — это медийка блогеров и артистов и так далее. Mm-hmm. А, слушай, тогда вопрос, что по болельщикам будет? Ну, ты вот по болельщикам, я думаю, 500 тысяч человек. По болельщикам мы всех обгоним в любом случае. Вот. Ух ты! 100%. Ну, сколько примерно? Вот так как ты себе это представляешь? Вот он первый матч на спорте. Сколько ребят придет болеть им на зал? Ну, я думаю, смотри, на Луче 1500 вместимости, mm-hmm. Я думаю, он забьется. Точно. Кайф. Ребят, я вам желаю не столько удачи, хотя и почти. Я вам желаю, чтобы вы собрали аншлаг в первом туре. Спасибо. Бейсмент, дебютанты, победители футбола.